полезное и очень вкусное блюдо чеченской кухни. Кукурузные лепешки. Сискал. Подаются сметаны и с тулбиром. Сейчас покажу весь процесс приготовления. В муку вливаем кефир, добавляем соль, соду и перемешиваем. Затем добавляем творог и постепенно, подливая водички, замешиваем тесто. Вот такое вот тесто у нас получается. Теперь формируем лепешки. Для того, чтобы слепить лепешку, руки нужно смочить в холодной воде. Затем берем кусочек теста и лепим вот таким вот образом. В разогретое масло выкладываем лепешки и обжариваем с двух сторон. Разворачиваем. Готово. Хочу показать лепешки в разломе. Вот такими они получаются. Это очень вкусно и полезно.